Привет! А ты кто? Я мама Длинные Ноги. Мама Длинные Ноги? И чья же ты мама? Я мама Хаги-Ваги. Хаги-Ваги, это твоя мама? Да она вроде бы на тебя совсем не похожа. И где же твоя мама? Куда она пропала? Ну тогда пойдем ее скорее искать. Так, нам нужно сейчас найти маму Длинные Ноги, потому что Хаги-Ваги тогда не может найти свою маму. Да. Ладно, давайте посмотрим, что здесь есть. Смотрите, здесь есть какой-то телевизор, какой-то ящик, и здесь у нас есть... Я поскользнулась! Смотрите! Офигеть! Да, здесь же написано, что... скользкий пол. Да, и смотрите, здесь сразу же нам... Вот здесь есть... Вот, получается... красная перчатка и синяя перчатка. Потом здесь, скорее всего, мне кажется, вот эта рука, это именно рука мамы Длинные Ноги. Потому что вы сами видели только что то, что она была полностью розовая. Ладно, давайте дальше посмотрим, что здесь есть, потому что эта комната такая огромная. Кстати, этого робота я уже много раз видела. Ну, естественно, в Poppy Playtime, а точнее в Хаги-Ваги. Так вот, смотрите. Что это? Это что, рука мамы Длинные Ноги? О нет, и там у него, она схватила Хаги-Ваги. Да как это вообще возможно? Да, и вот здесь тоже есть рука мамы Длинные Ноги. Я вижу Хаги-Ваги на полке. Вот здесь есть медведь, а здесь есть Хаги-Ваги, смотрите. Блин, можно я его возьму? Хотя у меня и этот есть, ну давайте еще возьмем. Да, жалко, что его реально нельзя взять. Ладно, давайте дальше посмотрим, что здесь есть, потому что эта комната такая огромная, и я хочу все посмотреть. А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец! Не может быть! Это мама Длинные Ноги! Давайте мы подойдем к ней поближе. Все, ладно, я стала. Здравствуй, Кисси-Мисси. Ой, какая ты сегодня красивая. Ладно, давайте пойдемте. Вот, смотрите, это мама Длинные Ноги. Она, кажется, тянет руку именно к нам. Посмотрите, какая она. Посмотрите, какие у нее длинные руки и какие зеленые глаза. Вообще, прям какого-то пластиковые. Ладно, вы даже смотрите. Ого, это твоя мама, даже не верится. А вот там вот я видела то, что я вам говорила. То, что как будто бы мама Длинные Ноги забирает Хаги-Ваги. Только посмотрите, видите, это было как раз таки вот этот момент именно в начале трейлера, когда Хаги-Ваги здесь лежал и мама Длинные Ноги взяла его, кстати. А вот здесь есть Кисси-Мисси. Здравствуй, Кисси-Мисси. Здравствуй, я обнимемся. Нет, я не хочу обнимать, сама с собой обнимайся. Так, а это что за лава? Да, странно. Меня хотят забрать, походу, видите, эти руки тянутся к чему-то. Мне это не очень сильно устраивает. Так, здесь выход получается или вход? Ладно, давайте тогда я через сюда перепрыгаю, потому что... Так мы точно пройдем. А там еще ждать и все такое. Ладно, а здесь, кстати, смотрите, плакат Poppy Playtime. Poppy хочет поиграть с тобой. Или Poppy, поиграй со мной. Ну или, вот как-то так. В общем, а это что такое? Двери, которые закрываются, открываются. Кстати, здесь есть... Вот помните, в Хаги-Ваги было очень много таких кнопок, знаете, типа синей перчаткой. И вот здесь также. Это же рука Хаги-Ваги. У него что, 4 руки? Ну ладно. Вот здесь как раз таки все это лежит. И все такое, прям вот все как Хаги-Ваги. Только я хочу найти уже большую, знаете, вот эту вот маму Длинные Ноги. Ого, кто это? Это что, Кисси-Мисси? Кисси-Мисси, ты не похожа. Или это мама Длинные Ноги? Может быть, я ошиблась? Да, смотрите, здесь руки. А как мне пройти-то? Я не хочу идти по вот такому языку. Я хочу съесть тебя. Съесть меня? Зачем? Я ж добрая вроде бы. Нет? Ну, видимо, для нее нет. Ладно, давайте. Ой, я хочу вот туда. Кстати, смотрите, вот вроде бы сейчас выглядит как бы все хорошо, потому что, видите, паровозик здесь едет и все такое. А здесь, там музыка можно было включить, типа,
вот эту хаги-ваги, вот это вот и все такое. И что, мне нужно ходить ее роб? Ну да, больше у нас выбора нет. Сами понимаете, нужно проходить. И нас заставляет заходить в рот киси-миси. Да фу, он воняет. Я лучше обратно пойду. Не хочу я никуда идти. Твой рот вонючий. Ладно. Мне придется идти, потому что у меня выбора просто нету. Что? Она меня съела? Куда я еду? О, нет! Так, где я оказалась? Я только что была просто в горле киси-миси, да это вообще так ужасно. И я сейчас так уже в горле киси-миси. Боже, да это просто ужасно. Мне не нравится находиться в организме какого-то животного. Точнее, даже это не животное никакое. Это киси-миси. Ну ладно, киси-миси, она такая добрая, розовенькая. Ну, все-таки понимаете. Ладно, давайте просто прыгаем через это. Да, здесь ничего реально явно нет интересного в ее горле. А это что? У меня, извините, нет перчатки синей. Ладно, так, едем сюда. Вот так перепрыгиваем. Ну да, здесь, в принципе, ничего особенного нет такого. Здесь опять этот плакат, то что Поппи хочет играть, а Поппи хочет играть вот. Ой, знаете, мне вот нравится, вот когда тебя вот тащит, и здесь написано: нельзя входить людям, и ты входишь. Здесь нужна красная перчатка, которой у меня нету, поэтому мы просто проходим дальше. Что это такое под нами? Так странно. Ладно, не буду быть как черепаха. Ой, куда я скатываюсь? Эй! Блин, я вообще даже ничего не увидела. Где это я? Странно. Знаете, я вообще ничего не понимаю. Ага, это я вот сюда приехала, сюда упала. И мне сейчас нужно идти вот отсюда выход. Давайте. Вот получается здесь разные вещи, которые падают. Ладно, давайте пройдем сюда. Неужели это лабиринт? Ладно. Смотрите, это рука киси-миси. Хаги-ваги. Хорошо, давайте вот так вот перепрыгиваем через них. Через разные ручки. Рук, точнее, киси-миси и хаги-ваги. Ладно, давайте мы перепрыгиваем через лазеры. И что? Мы куда-то проходим дальше? Ладно, проходим дальше. О, я попала на фабрику игрушек! Ну, наконец-таки! Но сейчас, ой, я хочу быть игрушкой! Давайте, пойдемте. Я что, реально стану игрушкой? Ну нет, я не хочу быть игрушкой. Знаете, я уже и так бывала много где. Стоп, что? Это стекла? Это стеклянный мост? Офигеть! И что? Я думала, неужели я сейчас все пройду вот так вот? А нет, сразу же с первого стекла Даша падает. Ладно, давайте вот сюда. Может быть, право? Нет, это оказалось не право. Давайте право и сейчас, естественно, лево. То есть левое стекло. Как вы знаете, скорее всего, уже почти все знают, то, что это вот... Вот из этих двух стекол одно сломанное, которое не может выдержать дальше ни одного человека, и второе, которое может выдержать больше двух или трех. Вот. И поэтому, ну и одно, естественно. И поэтому мне нужно сейчас выбрать одно из этих. Ладно, это было правое и левое, видите, я же стою все еще. Давайте левое. Правое или левое? Давайте левое. Нет, оказалось правое, ну конечно. Тоже много раз подряд не может быть, что это будет левое. Потому что тогда не будет просто логично. Вот левое, по-моему, было. Правое. Левое давайте попробуем. Да. Правое. Нет, это было неправильно. Это было левое. И дальше я не знаю. Хорошо. Потому что, знаете, стеклянные мосты, это вообще не мое. Я вообще даже не запоминаю. Левое, левое, правое. Хорошо. Левое, левое, правое. Оп! Наконец-то я прошла! Ой. Я прошла! Да, как же классно! Так, здесь у нас как раз-таки этот робот странный какой-то. А это что такое? Я могу это обойти? О, так здесь хаги-ваги! Смотрите, здравствуй, хаги-ваги! Как же я тебя давно не видела! Да, очень давно я тебя не видела!
Ладно, ну здесь, в принципе, другого выхода не было. Ну давайте, вот сюда проходим. И здесь, смотрите, здесь написано крестик. Ладно, я захожу сюда. Куда я иду? Помогите! Ау! Я иду по какому-то туннелю. Может быть, он меня приведет в какой-нибудь... Он меня привел к улитке! И что? Из меня сейчас делают игрушку? А, так я уже здесь была. Вот, я вот здесь прошла и поняла, что я иду куда-то не туда. А хотя могла просто не проходить эти стекла. Ну да, вот я, конечно, просто... Да, как так я вообще могла... Я могла стекла не проходить. Вот и все. Ну ладно, стекла оказались тоже легкие. Поэтому давайте выходим отсюда и, естественно, проходим вот это все. Потому что мне уже... Я уже хочу увидеть маму длинные ноги. Давайте вот заходим сюда. Что это был за звук? Ты посмотрите, меня окружают вот такие руки. Значит... Значит, мне кажется, что мама длинные ноги уже рядом. Она уже поблизости. Ладно, давайте. Лазеры, это вообще легко. Боже, такие звуки... так все. Вот уже дверь. О, куда я упала? Где это я? Странно, это вагонетка. Боже мой, это что, Кисси Мисси? Кисси Мисси просто подо мной. Боже мой, как это страшно. Вы просто не представляете. Когда подо мной Кисси Мисси. Вот это да. Это что? Вагонетка, что с тобой случилось? Ай, почему здесь все такое странное? Да. Я ущу эту вагонеточку. Хотя это тоже не вагонетка. Сейчас мне нужно просто пройти вот так вот аккуратно. Хотя здесь разные какие-то посылки. А точнее, игрушки падают. И меня не должны снести. Но как вы увидели, они меня вообще не снесли. И все оказалось хорошо. Так, сейчас мы поднимаемся. И куда нас это приведет? Мы что? Мы сейчас на площадке? Так эта площадка тоже была в трейлере. Помните? Да. Ладно, давай поднимаемся. И нам нужно вот это пройти. Стоп! Это что? Рельсы? Вот этого паровозика из Хани-Лаги. А где сам паровоз? Эй! Вы что? Вы паровоз забыли? Вы что, сломали игрушку? Ну не может быть! Ладно. Давайте лазеры просто... Хотя, стойте! Может, там что-то было интересное? Может быть, там Кисси-Мисси подо мной было? Нет, уже ничего интересного такого не будет. А то, знаете, просто Кисси-Мисси, когда была просто подо мной, я даже не заметила. Ну ладно, потом заметила. И что, мне нужно сначала все проходить? А, нет. Я-то думала, что я сейчас буду сначала все проходить. Ладно, давайте вот так. Меня лазером-то не задело. Ладно, ладно, хорошо. Давайте еще раз. Не думала, что с лазерами может быть для меня так сложно. Ладно, это вообще не сложно. Просто если немножко подумать. Так. Вообще вот здесь можно не прыгать. Просто если немножко подумать сначала. Куда я упала опять? Боже мой, эти руки тянутся ко мне. Нет. Я не хочу вообще никуда попасть. А вот и паровозик. Вот и мы и у паровозика. Да, только я говорю про паровозик, а здесь как раз таки находится паровозик. Ладно. Он едет еще. Ладно, тогда я сажусь. Я села. Ну все. Мы куда-то едем. Куда я еду? О, боже мой, что нам делать? Я еду здесь. И что же нам будет здесь? Мы куда-то приедем. Ну, интересно, мы скоро куда-то приедем? Потому что я уже хочу приехать. Ой, рука, ты чё? Эта рука остановила только что вот этот паровоз. Блин. Вот это вот мама длинные ноги. Или Кисси-Мисси. Сейчас их даже не различишь. Вообще. Ладно, едем дальше. Главное, чтобы опять эта рука не встретилась. А то, знаете. Так, ладно, хорошо. Эта рука не остановила, по крайней мере, поезд. Ладно. Да блин, руки, вы что меня пугаете? Каждый раз эти руки меня пугают. Ладно, и мы все. Мы приехали, ура! Это что, мама длинные ноги? Не может быть! Посмотрите, это именно она и есть! Смотрите, мама длинные ноги! Давайте подойду к ней поближе.
Ого! Блин, да я даже... Вот, смотрите! Да, жалко, что здесь темно, и здесь ее почти не видно. Но, в принципе, смотрите! Она такая огромная! Да, вы только посмотрите на ее руки, которые она вообще... Это просто они длинные! Да, не как у Кисимиси, такие маленькие-маленькие. Да. Если бы здесь, конечно, все было бы... Да. Вы только посмотрите, какая она розовая! Просто посмотрите на ее глаза! Ну что, мы нашли твою маму, Хаги-Ваги! Все-таки, а вот ее вторая рука! Вот смотрите, я на ее руке! Блин, как классно! Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ну а пока, приходи смотреть следующее мое видео, увидимся там!